Высокоскоростной мобильный интернет теперь доступен для более чем 80% жителей Приморья. Компания Теле2 модернизировала действующее оборудование и вывела в эфир новые базовые станции. Надежность, широкое покрытие и высокая скорость передачи данных – главные преимущества сети 4G. В этом году мы запускаем 10 сетей LTE, технология 4G. А совсем недавно мы в феврале запустили Бурятию, в этом году вот сейчас мы запускаем Приморье, дальше мы запускаем Сахалин, Магадан, Камчатка. В общем, мы отлично растем и предлагаем нашим клиентам быстрый интернет. Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем, Арсеньев, Дальнегорск, Дальнереченск, Лучегорск, Спасск-Дальний, Партизанск, Фокино и не только. Мобильным интернетом в стандарте 4G теперь могут пользоваться абоненты большинства населенных пунктов Приморского края. Мы начали строительство сети четвертого поколения на территории Приморского края еще в ноябре 2017 года. И уже с декабря прошлого года многие жители нашего края могли попробовать преимущества нашей сети четвертого поколения, которая построена на новейшем оборудовании, ввиду чего мы предоставляем услуги с очень высокой стабильностью и максимальным качеством. Вместе с запуском услуг высокоскоростного мобильного интернета Теле2 также дарит возможность пользоваться безлимитным интернетом в сети 4G до конца лета. Но и это еще не все. Компания обновила и тарифную линейку «Мой Теле2». Теперь абоненты могут в любой момент изменять количество минут и интернет-трафика, подключать и отключать дополнительные опции. Так клиенты Теле2 получают еще больше свободы и полный контроль над затратами на мобильную связь. Подробные условия акции «Безлимит» в сети 4G и новых тарифов на сайте tele2.ru. Набережная, Станислав Лазебный, новости на восьмом.